Так, кудрявые, Лерончик, а у вас как команда будет называться? Ой, Лерончик, Ромчик, как у вас команда будет называться? Ну, наши тогда лысые. Лысые? Ну, как? Лысые. Ну, один чел у нас должен был быть лысым. Я гоняю лысого, потому что у меня жена уехала. Это можно, можно... А кто еще с нами играет? А третий яйца побрил сегодня в первый раз. Да, давайте, лысые пойдет. Ну, все, нормально. Лысые и кудрявые, вперед. Да. Так, сейчас, оп. Выключим музычку. Итак, я это шоу давно не проводил, поэтому я не совсем помню правила, блин, но я думаю, что... Ты что, даже я помню, блядь. Да? Нет, ну все, все изи. Смотрите, шоу состоит из 6 раундов. Каждый раунд задается вопрос. Это мы видим. Вам задается вопрос. И кто первый, собственно, кому первому переходит ход, тот начинает отвечать всей командой. Значит, задача какая? Задача отдать максимально популярные ответы, которые могли дать зрители на конкретный вопрос. В первом раунде вы сразу поймете, что делать. Для того, чтобы определить, кто будет первый ходить, после того, как я задам вопрос, который задавался зрителям, капитаны скажут «я» и поднимут руку. Кто первый поднимет руку и скажет «я», того и ход. Все просто. Видите? У меня есть одна поправка, кстати, правила. Да. Вот. Чтобы спасибо, бывало такое, что все 5 раундов одна команда сидит ФК, вторая спасибо. Играет. Давай вот сейчас, кто первая команда угадает, будет ходить первый раунд, а второй раунд будет ходить другая команда. Третий раунд опять первый, четвертый раунд, второй. Да, вот давайте. Да, это изи будет, это будет охуенно. Я вот это вот. Я. Это охуенно. Итак, поехали. Первый раунд и вопрос первого раунда. Сейчас Рома и Вадя выясняют, кто будет первый ходить. Не всегда, кстати, выгодно ходить первым, запомните. Смотрите, я говорю, как вы дополните фразу «сделай мне»? Приятно. Нет, не нужно, не нужно. Я, нужно говорить. И наша команда говорит, да? Смотри, сейчас ты говоришь, да. Тебе нужно давать самые популярные ответы вашей команде. Говори первый. Бля, ну, сделай еще мне. Раз повтори. Как вы дополните сделай. Фразу «сделай мне»? Ну, минет, наверное. Самая ебать жесткая, нахуй. Приятно. Приятненько. Окей, если... Это самое популярное. А теперь Рома, да, по-моему, говорит? Не-не-не, открываем. Открываем сразу, да, открываем. Если он первый, то отвечает команда. Если такого не будет, блядь, то это полная хуйня. Нет, в чате тоже пишет минет. Да, сделай мне минет, это самое популярное, Вадя. Блядь. Так. Это ваш мы ход. Получили 30, а за второе мы за сколько получим? А сейчас второе... X2 будет. Да. Во втором раунде X2 будет. Вот здесь за второе будет 25, 20, 15, 10, 5. Сапки офнул, а ребят. Что еще, если что? Нет? Спасибо, Пэкман. Теперь Лерончик. Еще раз, скажи, пожалуйста. Да. Не, повтори фразу, пожалуйста. Как вы дополните фразу «сделай мне»? Напомню, на вопрос отвечал сделай чат. Мне. Отвечал чат. Что а еще? У нас есть обсуждение, Диман? Завтрак, например. Лера, скажи эскуни. Обсуждение будет потом. Да. А мы не можем ей подсказывать? Нет. Угу. Нахуя тогда команда нужна? Не, пока я считаю, может быть, сделаем, чтобы можно было подсказывать. Это за друга друга. Или как? Давай, Лерончик. Твоя фраза. Если 3 промаха будет, другая команда будет совещаться. Давай, Лерончик. Чай. Сделай мне чай. Ответ принят. Это со второй по популярности ответ. Хорош, Лерон. Так, Жожа, как ты дополнишь фразу «сделай мне»? Блять. Экзлич, спасибо за подписку большое. Сделай мне джага-драга. Не, так по-любому. Жожа, такого 100% нет. Сделай мне. Сделай мне. Сделай мне болт-гайку. Так, Жожа, это не твой чат отвечал на вопросы, поэтому вряд ли такое будет. Сделай мне приятно. Сделай мне приятно. Секс тоже. Хорошо, сделай мне приятно. Принимаем этот ответ, смотрим на экран. Такого нет, блять, сука, кудрявые долбаны. Такого действительно нет. Первая ошибка, Вадя, твой ход. Как ты дополнишь фразу? Фразу «сделай мне». Завтрак. Мне кажется, такое должно быть. Завтрак. Сделай мне завтрак. Смотрим на экран. Хотя тоже какая-то хуйня, наверное. Да. Нету, вторая ошибка. И, Лерончик, на тебе сейчас либо переход команды, если ты переход хода, если ты даешь неверный ответ, либо идем на Жожу. Как ты дополнишь фразу «сделай мне»? Чего пишет Фистинг? Лера, иди на меня. Наверное, сегодник надо было сказать, реально. Сегодник. Сделай мне. Тупой, да. Конечно, чат. Лерончик. Я даже не представляю, что можно еще дополнить. Сделать чай.
Ну что-нибудь, тебе нужно давать ответ. Я не знаю. А может реально, слышишь этот? Шу, там же минет есть, а может и куни есть тоже. Ну давай куни. Куни. Сделай мне куни. Ну у меня не столько девушек в чате, к сожалению. Пожалуйста. Неправильно тоже, что ли? Смотрим на экран, нету такого ответа, ход переходит к команде лысых. Рома. Бля, у нас... У меня есть этот варик. Спасибо, вы куда топите? Женьцев, спасибо. Блядь! Рома. По одному варианту еще раз. Строго предлагай вариант. Давай, Ваня. Подожди. Просто предлагай. Почему просто строго, а не я? А он предлагает, а ты выбираешь. Да, ты ну скажи, Рома, скажи ты. Так, ну, да просто предложи потом. Роме подсказку, дай, ты не будешь отвечать. Просто ну, я понимаю, я просто не знаю, что, блядь, предложить даже. Ну вот что-нибудь предложи. У нас только человек один шанс, типа, сказать, да? Да. Вам нужно угадать, что есть, и тогда очки вы забираете. Ну скажи свой вариант. Делай мне рей, дай мне рей. У меня вариант массаж. Сделай мне массаж. Марк, твой вариант. Я хуй знает. Ну что вот тебе говорят, сделай мне, что тебе первое в голову приходит? Это люди здесь, это не интеллектуальный вопрос. Здесь то, что люди чаще сделай всего... Сделай мне домашку, блядь, я не знаю. Сделай мне да, домашку. Мне хорошо. Так, Рома, тебе нужно выбрать один вариант ответа, либо свой, который ты дал, либо то, что предложили ребята, и дать его. Если он есть на экране, очки приходят к вам. И мы идем на второй раунд. Ну, блядь, Ром, мне кажется, твое самое охуенное было без рофлов. Нормально. Ну, давай массаж. Сделай мне массаж. Окей, ответ принят. Сделай мне массаж. Смотрим, есть ли на экране «Сделай мне массаж». Да, четвертое место. Хорош, Рома, хорош. Бля, Рома мы уже... спиздили у них, да? Да, вы спиздили, да. Потому о, что они... О, ебать, я вспомнил, как это работает. Ну, видишь, они нашли самое популярное, но, к сожалению, вы не нашли четыре позиции. Нормально. Покажите другие варианты, пожалуйста. Домашка была? Мне кажется, домашка тоже была. Домашки не было, домашки не было. Знаете, что было на третьем месте? Лерончик, это, наверное, по твоей части больше. Сделай сиськи, мне... Сиськи? Да нет, борщ. Блять. Борщ. Сиськи по моей, блядь. Лерон такой, сиськи? Вот. А вот пятая, кстати, тоже по лероновской части получается. Сделай мне предложение или одолжение. Нихуя, блядь, кто такой вообще говорит? Вот, это человечата голосовали, да? Да, да. Поппи реально там чисто заспамило. И шестое. Шестое это, кстати, довольно... Сделай мне подарок. Не, что-то какая-то... Ну нет, почему? Сделай мне подарок, вот это... Ну завтрак это типа вообще типа имбалансный ответ. Ну завтрак, видишь, там завтрак в основном же мамы готовят. Не подари мне подарок, а сделай мне подарок. Сделай мне подарок. Ты пиздишь. Идем на второй раунд. Пока да, счет 0.70. Напоминаю. Я, кстати, напоминаю, что в каждом раунде, допустим, во втором раунде очки умножаются на x2. Итак, Ромок, входит ваша команда, поскольку первая команда в первом раунде выиграла Вадину. У меня нехватка этой. Как я забыл, блядь. Рома, вопрос вашей команде. Кто будет отвечать? Как эту, блядь, зовут? Красавицу нашу. Ну, Веб, тут не вопрос, тут предложение. Диман, ты вообще не знаешь, как твое шоу выглядит? В смысле? Тут предложение, а не вопросы. Не, вопрос. Сейчас будет вопрос. Сейчас будет вопрос. Корейки Даши, да, ебать, я бы сейчас с удовольствием бы позалипал минут 5-7 на стриме. Ты видел фотку с корейки с Мэлстроем, Вадь? А давай мы играть будем все-таки. О, извиняюсь. Чтобы выбили чуть из графика, идем. Марк, какие самые популярные праздники в России? Блять, какие самые популярные праздники в России? День матери. Мама. Новый год. Новый год. Только Марк отвечает. И новый Эмма. Марк, твой ответ. Марк или Рон? Марк. Я вообще не отвечаю сегодня. Ты после строго будешь отвечать. Да какой вопрос? Блять, ты что, долбоеб? Какие самые популярные праздники в России, извини. Новый год. Хорошо, Новый год, принимается этот ответ, и удивительно, но ты попал в самый популярный ответ. День светофора. Я, кстати, не удивлюсь, если у Димана будет этот ответ. Нет, не будет там такого ответа. Ванечка, твой ход. Давайте. День рождения. День рождения. Смотрим на экран, есть ли день рождения. Ебать ты еблан! В России только.
К сожалению, нет. Бля. Диман, а это дальше сейчас сидят? Все сидят и празднуют день рождения. День праздник просто, кутёж. Для меня это праздник, пиздец, алло, нахуй. Праздник в России, да, праздник в России. Вся Россия празднует твой день. Нет, так Новый год тоже не только в России. Какие самые популярные праздники в России? Ну, ты же имею в виду, люди отвечали, они... Я что-то спросил и забыл, а что я спросил? Не знаю, но я думаю, что ты знаешь точно какой-то из праздников, который еще есть на экране, 100%. Какие самые популярные праздники в России? Рождество. Рождество. Нет, Ром, мне кажется. Рождество. Это окончательный ответ? Да. Хорошо, мы принимаем этот ответ, смотрим. Нету Рождество. Такого ответа на экране. Марк. По одному ответу будете открывать. Марк, похоже, все на твои плечи падает. Что сказала Лера? Ой, блядь, какая Лера. Что, чел, блядь, что поплыл там? Таксист поплыл. У нас что в команде? Рома и... Рома и... Что сказала Лера? До центра за сотку? Чел просто поехал. Я понял, слышишь, я вспомнил. Вань. Давай. Какой ты сказал? Он сказал день рождения. Я сказал день рождения. Какие самые популярные праздники в России, Марк? Стоп. Хантик. 9 мая. Хантик, ты на нейтралке сейчас стоишь? Давай. На приколе стоит. А когда будем говорить? 9 мая. Да, вы будете говорить, как они ошибутся еще один раз. 9 мая. Что? Да, это второй популярности, Марк, красава, строго, Ванечка. 8 марта. 8 марта. Окей, я принимаю этот ответ, смотрим на экран. Нет такого ответа, Ваня, 2 из 2, чего? Красава. Вот. Переходит ответ к Лерону. Лерон, какой самый популярный праздник в России? Почему? Мы же накидываем варианты. Самый популярный праздник в мире. А, стоп, вы накидываете, и Вадя отвечает. Это Пасха, когда пасочки кушают. Кстати, Пасха, может быть, Пасха. Так, Жожа, Лерон. Подожди, у нас один ответик, да? Да, вам нужно найти то, что будет на экране. В смысле, найти? Ты покажешь сейчас? Ну, нет, то, что будет. Да, то, что... Чат пишет китайский Новый год, это как вариант. Ой, вы в чат смотрите, что ли? Вы чат не смотрите, вы чё? А чё? Так они же отвечали на эти вопросы. Ты, блядь, всегда смотришь, нахуй. Не, я не смотрю. Не смотрите в чат пока. А 1 сентября считается правильно? День прямоугольного квадрата. Да, ебать, все радостные. Люди, все, что могли люди отвечать. Понимаете? День сырных кружочков и пиццы столовой. Го за рофлим, день светофора. Нет. Тогда не было еще этого рофла, Вадь. Тогда не было, кстати, 3 месяца назад. Февраля, пацаны. Если 8 марта, нет. День ВДВ. Так, да, Вадь, тебе нужно принять один ответ. Давай какой-то. Так, короче, есть Пасха, есть Масленица. Что-то из этого нужно пикнуть, я чувствую. Пасха. День ВДВ, кстати, мне кажется, ВДВ может быть. Ребята, у вас здесь 4 еще ответа не раскрыты. 4. Давай Пасха, давайте, это гарантированный, это выигрыш. Или Масленица. Нет, Пасха популярнее. Разве это не то же самое? Не, это разные. Давай Пасха. Окей, Пасха, я принимаю ответ Пасха, смотрим, есть ли на экране ответ Пасха. Нету. Ой, блядь, кто отвечал? Я просто, блядь, не могу. А теперь нахуй. Смотрите, и давайте посмотрим, что было на третьей позиции. Какой может быть популярный праздник в России? Не совсем. ВДВ есть. День России, действительно. День России. Верно. Блядь, ты еще у украинцев спроси про праздники России. Четвертое место. День ВДВ. Блядь, пятое место, Вадя, вот ты выбирал, но 50 на 50 не прокнуло, Масленица. И последний праздник, Лерончик. Не знаю. Ты о нем говорил. 1 сентября? Да, действительно, 1 сентября. Вот. Ебать, таким образом. Популярнейший, блядь. Счет. Держит топ, это же чат отвечал. Таким образом. Думаете не так, что это популярно, думаете, как чат отвечал. Я дала 4 ответа, ты выбрал свой. Нет, я выбрал, что Жожа сказал. Звучит как предъявы. Я бы никогда не подумал, что 1 сентября будет популярный учет. Мне логичнее было, что Пасха популярнее Масленицы. Хотя, почему? Не, Масленица неделя длится, блины там. Ну что, лысые себе уже заработали 180 очков. Блины там. Масло, масленица. Мы идем на третий раунд, и очки умножатся на x3, так что вы можете еще догнать. А с каких трех раундов до финала? Все 6 раундов. Тут тур. Танцуем.
О, ништяк. Так, тут раунд номер три. И ходит команда кудрявых. Кудрявые, если вы не будете зарабатывать очки, вы лысыми станете. Аккуратнее, нужно внимательно быть. Итак, вопрос... Так, если мы станем лысыми, у нас будет 180 баллов. Это же сейчас надо самый популярный сказать. Сейчас будет отвечать Лерон. Нет, сейчас они просто ходят первые. Жожа и Строга. А, что Жожа и Строга? Я ебать буду сегодня отвечать. Что Жожа и Строга? Нет, сейчас мы же решили просто местами менять. То есть первый, второй раунд они ходят, третий раунд Вадик. Правильно, тогда отвечает Жожа, потому что отвечает сейчас. Да, сейчас пара играла, первая пара играла, да. Жожа. Капитаны потом. Да-да-да, здесь. Слушай, я в первый раз играл. Какого исполнителя можно позвать на свадьбу? РОХП. Корпоратив 250 тысяч. Так, тебе нужно дать ответ, чтобы ход не перешел другой команде. Этот, блядь, как? Лепс? Лепс. Окей, я принимаю ответ Лепс. Посмотрим, давали ли зрители такой ответ. Если это кто-то в натуре дал. Блядь, что это такое? Что, блядь? Я это сказал, семинар России. Это не любовь. Подсудка, запишемся. Жожа, правильно. А что это? Ты поменяешь? Молодец. Да, сейчас попробую. Сейчас. Но Лепс действительно есть, и Лепс на третьей позиции, да, Жожа, ты прав, поэтому это сейчас шоу, ваша команда... Когда планируешь, надо проводить, нахуй, они теряются и все. Согласен, согласен. Понял, Дима. Согласен, понял, Дима. Да. Ебать, ничего, буду знать. Приходи ко мне свидетелем сегодня, расскажешь ему, нахуй. Лепс реально растение, а за что Лепс-то щелок? Блять, ну у меня кот ебанулся. Сейчас меняем пак, секундочку. Точнее, не пак, а вопрос в паке. Авторяк. Лепс равно семена еще, скажите. Какой семен? Семен. Вадик, как будто хуй в жопе. Почему? Почему чел так написал? С чего ты, блядь, взял этот чел? Как это вообще? Так, 0-180 было сейчас. Да, 180-0. Так, это ликс от себя? Нет, это я не тебя, это в чате. А это обязательно музыкально, да? Подойду. Наверное, да. Вот, я тебе еще... Ну, смотри, отвечали люди? Вот зрители наши, да? Вот они могли... Значит, не только музыкальный, ебать там. Они все, что угодно могли ответить. Ну, так ты... Да и не скажешь, как подрубишь трансляцию, хотя я это увижу. Просто музыкальный исполнитель? Нет, он говорит, что отвечали... Какого исполнителя можно позвать на свадьбу? Вот вопрос так задается. Короче, блядь, там этот, не только музыкальный. Я понял. Крыса. Можно... Это я приложение. Пчелку позвать можно, согласен. Скиллзора на свадьбу. Кстати, это нормально. Со мной уже пастая, сука, в джакузи. Скиллз для нормально зажгет там, кстати. На островке счастья. Человек на 20% семено? Чего? Семя? Чего, блядь, Диман? Чел пишет, человек на 20% равно семя. Что, блядь? А если мужика семено, то он на 100% семено. А на 60%, а семена на 60% Лепс. Красава, Диман. Да плавить начинает просто, плавить. Такие шоу плавят, потому что здесь очень странные ответы и вопросы. Ром. А ты расстроишься, если скажу, что я на раку не скачал? Ты ее скачаешь прямо сейчас? 10 минут. Тест, не качай, не надо, Вась, скажи, что у тебя... У тебя сегодня на рак, Ром? Да. Бля, меня не взяли, прикинь. Почему? В смысле? Ну, Диман, мало ты просмотров. Нет, там вроде двоих только взяли. А что такое на рак, это что? Не двоих, шестерых. Да, не, меня не взяли на раку. Нет, двоих только. Двоих только. Что вы взяли, куда? Шестерых взяли? Хотя нет, двоих. Шестерых, а взяли двоих. Шесть человек. Что за на рак? Кого? Кого? Агокамоли. Я не знаю, Юра написал. Юра двоих написал. Я у него спросил, да, он двоих написал, тоже взяли только. А что случилось, пацаны? А сколько у тебя ром будет? Сейчас. Во сколько? Да. 15. А что будет? Ваня, ты ко мне на раку придешь? Приду. А ты тоже, Вадь, играешь на раку? Да. Когда, сегодня? Только позже. А что это такое, друзья, что это такое? Это батл рояль. Типа батл рояль там с луками, всякими мечами, как я понял.
Ну, это новый какой-то. Ну, да. Короче, здесь им партнерство с ним, короче, хуйня, да, какая-то. Нет, хорошая игра. Понял, понял. Мне еще все выплата не пришла. Спасибо за 100, Nice Hots. Здорово, дядь, я вчера просил роспись, ты сказал, окей, без проблем, распишусь. Ты забыл? Нет, я не забыл, я распишусь, чел. Я просто, ну, не сразу же расписываюсь после стрима. А, Рос, у нас там что, примерно? Да, запускаю. Все, есть. Идем. А папок уже, капец, блядь, запутаешься. Распишусь, спасибо за 100. Папок, сука. Это потому что компьютер папин? А если был компьютер мамин? А если бы папка была мамкой? То какие бы файлы ты в ней хранил? Ладно. Так, сколько было? 0,180. Да, 0,180 было. А здравствуй, Дмитрий, когда еще придете к нам? Ваня, Марк, голубое думайте солнце. Сразу. Никогда. Да, так, я уже придумал. Как бы ответить сейчас? Ну, я так. Да. Как думаешь, а мог ответить Мазалов? Типа, или в тот момент еще он не был на то? Кто? Ну, трансляция. Типа, не видно трансляцию. А я не помню, у нас что-то молча. Бля, хватит. Чё? У меня трансляция еще не работает. У меня тоже. Трансляция не работает. Все, включил. Все, найс. Оп, по новой пройдем. Сорян. Я ничего не понимаю. Я тоже не слышал. Да все нормально. Бучит кто-то нахуй. Третий раунд только нам нужен. Дырявые. Жожа громче, так Жожа максимально громче. Давай мы дырявые будем. Дырявые? Дырявые? Дырявые, дырявые. Да, они кудрявые, мы дырявые. Дырявувка, блядь. Так, все, третий раунд. Крив скинов, блядь. Let's go. 180 очков начисляем. Так что, и нам тоже за простой. Чего забыл, как про слова нахуй забыл. И третий, и откройте, пожалуйста, да, нам третью позицию. Я ебу визуал, ебанутый, по 5, нахуй. Да. Это первая моя разработка, блядь. Это самая первая, да. Это самая первая разработка, блядь. Так, третий. Слушай, судя по музыке, она у тебя была в 2000 году так втором, блядь. Так, третий. Лепс открывай. Да, Лепс, 20. Жожа, ты прав. Итак, Вадя, кого можно позвать на свадьбу? Какого исполнителя можно позвать на свадьбу? Если строго назовет популярный ответ, играет команда Рява. Разве? Почему? Мы же решили, что... А мы же по очереди ходим. Не-не-не, вы отвечаете по очереди. А, согласен. В прошлом раунде. Рома, я знаю, кого. Без вопросов, без вопросов. Мне кажется, Моргенштерн. А почему в прошлом раунде тогда не было? Так, потому что Вадим был, он сразу самый популярный ответ. Да. Окей. Да, нет шанса. Как, кого строго, Моргенштерна? Да, Моргенштерн. Моргенштерн есть на экране? Кудрявый сейчас. Моргенштерна, выходи. Есть на экране, вот он, на первом месте. Ну хорошо, ходят дырявые. Бля, я хуй знает, Моргенштерн самый примитивный. Это Егор Крид. Рома, Егор Крид выбирает. Давайте посмотрим, кто-нибудь сказал ли про Егор Крида. Мне кажется, его нету вообще. Мне тоже кажется, нет. Второй по популярности ответ. Итак, на четвертом месте. Там один точно не исполнитель, потому что... Марк. Бля, ну слушай, теперь вообще тогда проблема есть определенно. Ну я знаю, а вот этот, который... Рюмка водки! А, это Лепс. Бля, кто еще? Исполнитель. Хантик это наш? А, не наш. Хантик это не ваш. Я может знаю 100%, кто там есть. Вы не говорите пока что, да, иначе это будет как подсказка, они могут использовать ее. Хантик, ну? Думаю. Кого можно, какого исполнителя можно позвать на свадьбу? Вот кого бы я позвал на свадьбу? Ну, жену, наверное, да. Как минимум. Слушай, из этих трех я бы никого будущую. Не... Итак, Марк, нужно давать ответ. Бля, я хуй знает, сука, дайте подсказку. Нет, подсказок. Пикай кого-то этого. Рандома, пикай. Пикай рандом. Мазелова, давай. Мазелов. Принимает этот ответ Мазелов? Естественно, нет. Мы теперь? Бля, это хуйня, я не знаю. Какой, блядь, чат у тебя отвечает? Ваня. Ваня, кого, какого исполнителя можно позвать на свадьбу? Дети есть. Оджи Будда. Оджи Будда. Интересный вариант ответа. Неправильно. Смотрим. Нет Будды. Да, есть Будда. Еще? Ну ебать, ну а так вот вообще непонятно. А блядь. Вот теперь самое интересное. Рома. Да, Рома, я вообще не хуя подсказать. Я могу Роме подсказать? Нет, без подсказок. Сейчас очень важный момент, потому что... Да, никаких подсказок. Ну так. Тут, скорее всего, старые, типа, какие-то... Не, люблю друзей бустера. Ход переходит команде Кудрявые за подсказку. Какая подсказка, да ладно, блядь. Все, Вань, нельзя подсказывать, потому что... Дима, не дави на меня! Я восприму это как подсказка.
Ваня просто сказал, что он любит бустера, бля. В чем проблема? Не, я не к тому, что типа, неважно, есть бустер или нет, я к тому, что подсказки не дают. Содолава люблю, мне многие нравятся. Ну, я думаю, Содолав. Содолав. Это первая разработка, все нормально, спасибо за стол. Блять, мне кажется, это не Содолав. Да что там вообще? Мне кажется, это какой-то типа старый, типа Киркорова всяких. Какие Киркоровы, блять? Мне кажется, нахуй на свадьбе. Содолав неправильно. Содолав неверно. Бля, ну Киркоров может быть, реально. Бля, ну это пиздец. Я тоже думал Киркоров, если честно. Ну, бля, давай Киркоров. Марк, точно это последний твой ответ, Киркоров? У вас ошибка и переходит. Блядь, а по Пугачёва может быть, слышь? Пугачёва? Да. Я знал, кто может быть. Может Аллегрова, блядь, быть свадьбой. Блядь, да может. А может Лил Пип? Тебе нужно давать ответ. Без подсказок, внимание. Давай Киркоров, Киркоров. Давай Киркоров. Без подсказок. Он там есть. Давайте без подсказок. Точно последний, я принимаю, все, ход переходит. Окей, ответ принят. Когда команда обсуждаете, Вась. Окей, я принимаю что? Ответ. Итак, Киркоров? Киркоров. Да, Киркоров. Киркоров, хорошо. Есть Ваня, такой вариант ответа. Вань, все в твоих руках. Ванечка, что-то еще такое старое надо. Может быть, Басков. Ванечка, все в твоих руках. Без подсказок, говорит. Может быть, Басков. Блин, без подсказок, ребят. Да он вообще очень много чего говорит, Ваня не делает. Сейчас нужно подумать. Ваня, у тебя 5 секунд. 5. Может быть, Басков. Басков. Мне кажется, Басков. Ответ принят, Басков. Бля, как ты вспомнил, Ванёк? Соса! Скриптонит! Ответ переходит команде. А можно Скриптонит, нахуй? Вы можете посовещаться, кстати. Я бы Бузову позвала. Вы можете посовещаться. Пирожков. Ну да, как раз Моргенштерн на хайпе был, там всякие школьники такие, да, надо проголосовать за Пирожкова. Напомню, что если сейчас вы угадаете ответ, все очки перейдут к вам. 300 очков. Не знаю, мне какого исполнителя можно позвать на свадьбу? Бузова? Не знаю, просто в голову пришло. Исполнитель? Вот кого вы хотели видеть вся на свадьбе? Пирожков! Да. Представь, что 15 лет тебе. Пирожков! Артур Пирожков? Бустера! Вадя, вообще свадьбу этот на 3 года перенес, потому что тебе нельзя в России. Итак. Так подожди, это один ответ всего? Один ответ вам нужно дать, да, один ответ остался. А у нас один вариант всего? Да. Один вариант. Итак. Ваш вариант. Да давай Пирожков, да поебать давай, вообще. Подожди, давай я тебе... Я не знаю. Что, у меня свадьба. Спасибо большое. Тебе 13 подожди, или 10 еще, блядь. Подожди, у меня свадьба, да? Да. Мне 15 лет. Кого бы я очень хотел бы видеть на свадьбе? Например, это манекен и инстасамка. Или Горка, или Горка. Егорка. Либо же это Олег Кофе с песней... Я люблю кофе. Я жду кофе. Либо же это... Олег Кофе. Как его зовут, блядь, Илья? Который этот... Можешь Слава Мерлоу? Я делаю вдох, там пахнет Диор. О, шип, шип. Кого я хотел... Блядь, если его хотят видеть на свадьбе. Влад А4, Влад А4. Итак, вам нужно... Кобяков. Тебе 14 лет, а не 8. Это, блядь, Кобяков, нахуй. Вам нужно давать ответ. Вадь, выбирай, все варианты хороши. Среди прозвучавших вообще вариантов правильный был. Слава Мерлоу, давай. И правильно, нет, его не было. Этого я варианта не было. Подожди. Я говорил. Нет. Его озвучивал. Нет. Я его озвучивал, говно. Что бы... Он говорит, что был. Блин, ну хоть ты нам подсказал, теперь все сложнее. У тебя слишком классная стрижка. Подсказки нельзя, человек. Довольно сложная подсказка, потому что они назвали человек 20. Много подсказал, все равно. Там что-то сложное осталось. Отвечайте. Вадя, давай Пирожков попробуем. Давай, Артур Пирожков. Артур Пирожков. Рева. Артур Рева, Пирожков. Окей, я принимаю этот ответ. Артур Рева. Неверный ответ. Там не музыкальный. Давайте откроем просто свой вариант без комментариев. Без комментариев. Самара будет. Бустер, блядь. Бустер. Сука, Жожа говорил про это, Иванек про это говорил, да. Но вы почему-то не назвали его. Он не говорил, Ванек, он говорил друг Бустер. Говорил. Да. Я люблю бустера, он говорил. Да. Я люблю друзей. Я люблю друзей и бустера, он сказал. Могу сказать так, что шансы до сих пор есть у левой команды, потому что в следующем раунде очки умножаются на 4. Всегда так говоришь, и в итоге мы въедем. Раунда всего будет. А вот, кстати, следующий вариант, следующий вопрос, может быть, вам полегче будет. Поехали. Чё? Поехали. Четвертый раунд. Погнали. Не танцуем. Четвертый раунд. И ход сейчас у Ромы, да? Так, Вадя, Рома, да, Рома. Рома, тебе нужно назвать ответ, если Вадя называет популярный, ход переходит им. Рома, самая брутальная профессия, самая мужская профессия? На заводе. Ну, конкретика нужна. Это профессия на заводе?
Конкретно. Блять, я не знаю. Заводильщик. Шахтер, шахтер или слесарь какой-то. О, спасибо, шахтер. 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 Нахуй ты, Вадя, пиздишь. Окей, я принимаю ответ шахтер. Алло, меня слышно? Я проверяю ответ шахтер. Да, принимаю, да? Самое популярное. Хорош. Ход переходит команде дырявых. Говно, блять. Марк. Бля, ну давай слесарь, хули. Слесарь. Хорошо, я принимаю этот ответ. Слесарь, смотрим, есть ли на экране слесарь. Нету. Нету. Вот, бля, как это нахуй понять? Я не помню, как называется кент, который раскладывает все по местам. А я не помню, как называется тот, что поехал. Кладоукладчик. Не-не-не. Самая брутальная профессия, Вань, твой ответ. Подожди, как, что, блядь? Кладмен. Подожди, какой вопрос, Диман? Самая брутальная профессия, самая мужская профессия. Стример, ебать, там будет. А, что, блядь? Кладман. Понял, я не то тогда сказал, я не то не услышал. Бля, как называется то, что паяет вот это все, типа? Паяльщик. Не, такую еще маску надевает, понял, как, блядь, супергерой. А, ну, кстати, да, скорее всего, слышишь? Дрил. Диман, слесарь. Слесарь, хорошо, я принимаю ответ слесарь. Был. А, был? Да нет, он по-другому называет, он еще, понял, такую маску огромную надевает? Сварщик. Хорошо, сварщик. Узор, блядь. Да тут на самом деле похуй, нету такого варианта ответа, к сожалению, Ванечка. Ты долбоёб? Вот, Рома, твой вариант. Мне кажется, слышь, Ром, поскольку это зрители отвечали, мне кажется, тут похуй, типа, на брутальное слово. Мне кажется, они просто популярные какие-то профессии отвечали. Самая брутальная профессия, самая мужская. Ром, попробуй стример. Да заебал ты! Я думал стример. Попробуй. Да не, мне кажется, Ром, попробуй. Мне кажется, там есть эта хуйня. Какой-то электрик, что-то такое. Ну попробуем. Итак. Блядь, тот, который краны чинит, блядь. Вот этого кента назови. Блядь, кент, который краны чинит, принимается ответ? Ну, я забыл, блядь, как он называется. Короче, давай. Погоди, либо электрик, либо сантехника? Нет. Сантехник, 100% Ром будет. Ты уверен? Да. Итак, Ром, твой ответ? На час, блядь, какой-нибудь. 3, 2, 1, кто? Сантехник. Окей, я принимаю сантехник. Этот ответ. Сантехник, смотрим, есть ли на экране. О, молодец. Да, что, действительно, есть на экране сантехник. Брать, Марк. Какие ты еще говорил? Ну, электрик. Электрик. Спасибо, что слушаешь. Да. Электрик. Я принимаю этот ответ. Электрик, смотрим, есть ли на экране. Электрика у нас нет. Нас нету на экране. Блядь, что нахуй? Переходит Вади. А может быть порно-актер? Стриптизер. Порно-актер. Да, блядь, Вадь, солдат какой-нибудь нахуй. Нет, блядь. Вам, ну, смотрите, чем популярнее ответ вы сейчас угадаете, тем больше очков залутаете. Потому что очки умножаются на 4. Ладно, что есть мужское? Давай стример назовем. Стример, я уверен, назвали. Кто написал, писали в чате, я уверен, я думаю. Стример давай. Давай стример. Стример, вы называете стример? Да, мы. Окей, я принимаю этот ответ. Стример, смотрим, есть ли на экране стример? Это очень хороший выбор. Это действительно сюда. Да! Это второй по популярности ответ. Спасибо. Браво, 280 очков в этом раунде. На третьем месте, как думаете, что было? Мент. Смотрим. Ну, почти. Из этой же сферы, но чуть-чуть не то. Лето. Гаишник. А как у них получилось то, что... Пожарный. Пожарный. А вот пятый Вадя очень четко назвал, кстати, по поводу стриптизера порноактера, да? Да. Стриптизер порноактер. И на шестом месте удивительная почему-то профессия сюда попала. Парикмахер. Барбершоп. Что, блядь? Барбершоп. А я думал, кстати, над барбером. Брутальненькая профессия. Итак, после четвертого раунда у нас кудрявые 280, дырявые 480. Да. Кудрявые нагоняют дырявых. Да. Пятый раунд. У нас остается два раунда до финала. Пятый раунд. Это у нас раунд, наоборот, шестой, да, будет, по-моему? Реверс. Девочки, дайте мне поблизости тоже. Пятый обычный. Пятый обычный раунд. Шестой будет, наоборот. Ну, пятый, кстати, изи. Ту-ту-туру-туру. А, вижу. Кто мяукает, блядь? Так, вопрос Вадя сейчас отвечает, да, первый же у нас, правильно? Теперь следующий пошли, мы с Вадей отвечаем. Лерон, я и Марк. А, Лерончик. Сейчас отвечает Лерон. Лерончик, блядь. На что можно потратить миллион? Кстати, для тебя должен быть легкий вопрос. Тебе нужен самый популярный ответ. Я тоже подумала на сиськи. Не, ну мне не надо тратить их на сиськи, блядь. Вот миллион. Это. Я бы на твои сиськи не тратил. Тебе бы на мозг надо потратить. На что? О, за что? На что Ваня, можно... Марк, пишите пока варианты ответов. На что да можно потратить миллион? Вообще по шутке. Извини, пожалуйста.
Валерон? Ебать, я в шоке. Не знаю, а на что... Ну, я примерно... Меня муха укусила. Квартиру, например. Да, за миллион квартиру. Вот я машину подумала. На что потратить? Какая тебе нужно выбрать один ответ. Машина. Машина. Блядь, я знаю, что будет за ответ. Хорошо, я принимаю этот ответ. Машина, смотрим, если на экране машина. И какой самый популярный ответ? Это машина, Лерончик! Сюда! И ход переходит в Ваде. Это, кстати... Вот смотрите, сюда. Если вы сейчас грамотно прокликаете все варианты, и команда дырявых не ответит, не найдет то, что есть на экране, вы можете даже вырваться вперед. Так, Жожа. Вау. На что можно потратить миллион? Блять. Кейсы Бравл Старс. Кейсы Бравл Старс. Хорошо. Не просто кейсы, а можно как-то кейсы и, в общем... Ну азарт, да, кейсы, хорошо, кейсы, я понял. Азик, кейсы. Азарт и кейсы в КС, кино, можно там азарт какой-нибудь? Азарт, хорошо, азарт, я принимаю ответ азарт. Ого. Депказик. Кефир пошел. Нету такого пиздец варианта ответа. Вадя. Дом. Мне кажется, самое логичное. На типа, что можно потратить дом миллион? Меня, Вадя. Ну дом, квартира, недвижимость. Какой дом за миллион? Миллион, Вадя. А, рублей? Да? Да. Ну, тут нету конкретики, долларов. Ну миллион. Просто миллион. Так, блядь, если конкретики нет, то и дом может быть. Ну, да. Так там все говорят, куплю дом, итак, квартиру, что ты выбираешь? Бля, дачу, яхту, ну, бля, можно яхту, бля. Куплю себе MacBook, бля, iPhone. Может, телефон, телефон, да. Куплю себе, блядь, собаку. Вадя, нужен один ответ, ты сейчас все ответы поможешь врагам. Давай телефон. Похуй. Телефон, на телефон, хорошо. Я принимаю этот ответ на телефон. Я купить себе. Нету этого варианта ответа, так, Лерончик. Что ты убрал вариант недвижимость? Не знаю, может сказали быть, миллион, блядь, сказали неправильно. На путешествие. Да, блядь, какой чат путешествия, блядь, у них паспорт еще не выдали, блядь. Напоминаю, на вопросы отвечал чат. Ну, давай. Именно, нахуй, какие путешествия? На что можно потратить миллион? С пацанами, блядь, спрыгнули в Жигу, нахуй. Ну, если они не тратят на кейсы, на донат, может карьеры, блядь. Да? Не, ну да. Блядь, а я думаю... Блядь, на биткоин, блядь, я не знаю. Ну всё, да, 14-летний школьник такой, бля, в биткоин. Биткоин. Итак, твой ответ. Не знаю, мне вариант с недвижимостью. Компьютер, наверное, там есть. О, компьютер. Так. Давайте компьютер. Давай компьютер. Компьютер, хорошо, я принимаю этот ответ. Компьютер, есть ли на экране компьютер? Нету такого варианта ответа. Это сложный, кстати, здесь довольно сложный ответ. Короче, смотрите, мне кажется, чат... вещи. У меня есть донат, дом, машина. Это не въебывайся, это типа. Донат, дом, машина, компьютер, казино, компьютер биткоин, убирай. Квартира, казино тоже кейсы. А шмотки? Ты уверен, что казино нет? Он просто сказал азарт, да. Типа, там можно. Он сказал кейс. Казино, блядь, кейсы, он туда все заместил. Ну, Диман, в азарт типа входило кейсы и казино? Да, все туда входило азарт. А, блядь, я думаю, если это чат и сам мог написать ставки. Мне кажется, мне кажется, могла быть проститутка, если чат отвечал. Да, я тоже, но я боялся сказать, короче. Мне кажется, шмотки. Да проститутка, можно говорить. Мне кажется, шмотки. Всем похуй, да? Шмотки какие? Итак. Ну да, давай какой-то. Рома, твой ответ. Бля, я не. Дай, блядь, 5 секунд нахуй. Изики. Не хотите сапки пикнуть? Нет, какие сапки? Нет. Миллион, блядь. Я, да вообще, блядь, да пикните ДД плюс ДД. Хорошо, а какие тогда? Ну я проститутку бы пикнул. Давай проститутку, проститутку. Ну в плане, блядь, из варианта ответа. Да, можно мне другую команду? Давайте, проститутку. Хорошо, на... Ну или нет, или шмотки, вон у Ванька. Давай шмотки, блядь, это самое логичное, мне кажется. Ну чату, мне кажется, вообще похуй на шмотки, блядь. Ром, ответ нужен. Проститутка. Проститутка. Хорошо. Какая хорошо. Миллион на проститутку, блядь? Ты что ей купишь, нахуй? Шмотки и тачку еще, блядь? Какой миллион на проститутку? Нет. А что ты злишься? Ром. Деньги-то в семью. Да. Рома, окончательный ответ? Шмотки, да. Пожалуйста. Все, хорошо, принимаем. Принимаем этот ответ. Осуждаю. Принимаем этот ответ. Заранее чуть-чуть осудим его. Вот. Вот. И да, смотрим на экран. Значит, правильно. Да, действительно, такой вариант есть. И 200 очков переходит команде дырявых. Блять, вот сука, скриньте, там будут сапки, нахуй, донаты. Нет. Давайте посмотрим, кажется, что было на втором месте. Так, второе мне место. Мне кажется, вещи на втором месте, сори. Да нет. Еда. Еда. Третье место. А что ты сочетал? Инвестиции, кстати, если бы вы сказали биткоин, я бы засчитал. Инвесторы, блять. Четвертое. На пиво. Ну и шестой вообще нечитаемый вариант, кстати. Вообще нечитаемый. Ветер. На ветер. Деньги на ветер, блин. Да, деньги на ветер.
Бля, Диман, честно, вот, бля, слышали деньги на ветер, блядь. Диман, сколько у тебя вот, блядь, столько одному идет? Ну я хуй знает, что у тебя за чат там отвечает. Нет, это вообще так люди отвечают, ну это нормально. Я не знаю, это вообще пиздец. Счет 208-680, идем на заключительный раунд перед финалом. Шестой раунд, раунд наоборот. Мне кажется, знаешь, если это отвечают люди, я уверен, что можно, короче, весь раунд принимать то, что спамят люди в чате, и это не будет сходиться. Да, да, я уверен. Будет, будет, Вася, на самом деле, будет сходиться. Я получаю чат ответы, блядь, я не читаю. Я же как делаю, у меня же есть опрос, допустим, на эти, я с телегу кидаю так ссылку, вот, и чел опрос проходит. Вот пруф. Вот. Я хочу купить себе Дим, такие как Маньянг. Ну что, раунд наоборот, вам здесь нужно угадать самый непопулярный ответ. Самый непопулярный. Самый популярный снизу? Самый популярный снизу будет, на первом месте будет самый непопулярный ответ. Это что, последний раунд? О, это последний раунд, да. Там финал еще будет. Сейчас команда дырявая, замьютесь, пожалуйста. Да, дырявый, замьютесь, пожалуйста. А почему мы мутимся? Кто дырявый? Я дырявый? Внизу будет 180 секунд, в принципе, вы увидите. Дырявые, суки, замутись нахуй. Да, дырявые, мьютись. Итак, раунд, мьютись. Я тебя баню. Я сейчас приду, я отойду. Я тебя баню тоже. Раунд наоборот. Итак, Вадя, Жожа и Лерон, вам нужно ответить на вопрос и дать самый непопулярный ответ, как по вашему, кто по вашему мнению, что по вашему мнению говорили зрители. Значит, вопрос. Муж и жена развелись. Почему? Почему люди разводятся вообще? Потому что самый непопулярный, да. Самый непопулярный. Он самый дорогой, самый непопулярный. Он самый дорогой. Самый не... Муж... Потому что борщ невкусный. Еще варианты. Еще варианты. А то как-то могут, только могут из-за борща. Самый непопулярный. Самый непопулярный, просто. Могут развестись просто так. Да. Как вариант? Потому что они живут в Питере, а там есть разводные мосты. Потому что у них фамилия Мосты. И они живут в Питере. Поэтому они разводятся. Итак, еще у вас 140 секунд, у вас еще много времени. Смена ориентации, может быть. Трахается плохо. Че? Ну, по факту, кстати, может быть такое тоже. Я так разводился. Шучу. Почему люди разводятся? Муж и жена потому развелись. Потому что у него большой член. И она заебалась уже. Бля, такой тоже может быть. Окей. Еще варианты. Еще накидывайте, накидывайте. И потом Ваде нужно будет выбрать один. У вас еще 2 минуты, даже, ну, меньше 2 минут осталось. Почему люди разводятся? Че пиздишь? Вот тут надо просто встать на место человека, которого развели. Ой, который развелся. Вот. Развели нахуй. Бля, но я не думаю, что тут... Подожди, самый непопулярный. То есть, самый типа, непопулярный. Например, там измена, все такое, это сверху, да? Сверху, а снизу... Да. Логично. То, что нам надо. Вам нужно самый непопулярный. То, что сказала там буквально, я не знаю, 10 человек, там 5-10 человек. И, ну, если вы угадаете такой вариант, это будет самое по очкам больше всего. Давай реально плохо готовит, пусть будет. Нет? Не, может быть. Плохо готовит, это пиздец. Это типа... Это популярно очень. Не, схуяли, загнули. Муж и жена развелись. Почему? То есть, при этом вы можете, ну, прям не пробовать жестко прям рисковать, но... У меня труба подвода. Надо постараться, давайте не самым популярным. Не хочет разговаривать с своей по рации. Потому что самый популярный, вы же сами понимаете, какой. Но это изи. А вот вам нужно дать, который пореже. У вас 50 секунд. Не знаю, вот. Я бы сказала из-за большого члена сейчас. Из-за большого члена? В чате написали по рофлу. Давайте по рофлу. Ну, из-за большого члена? Нет, по рофлу, блядь. По рофлу самое, блядь, прикольное. По рофлу давайте просто ебаем. По рофлу? У нас 30 секунд, Ватя, зачем? Не умеет готовить. Давайте не умеет готовить. Да, давайте не умеет. Ну ты, генерал, отвечай, давай. Давайте, не умеет готовить. Ликс, давай. Не умеет готовить. Хорошо, я принимаю этот ответ. Я не знаю. Так, я записал. Так. Что ты, блядь, записал? Теперь команда. Команда дырявые. Так. Протокол. Бля, а мы можем сейчас сказать? Нет, сейчас они сейчас ответят. Не подсказывать. Ебать, я понял хуйню тупую, пиздец, Вадь. Ты хуйню придумал? Да, сами вы размьютились? Вы размьютились? А, Вадь? Да. Все. Теперь ваш, смотрите, вам нужно дать самый непопулярный ответ. Мы записали ответ от команды Кудрявый, теперь ваш ответ. На вопрос, муж и жена развелись, почему? Почему люди разводятся? Самый непопулярный ответ вам нужен. Диман, так, ребят, насколько я помню, тут, чтобы мы не ответили, все равно эти баллы пойдут нам, да, Диман? Нет, по-моему.
Нет, мне кажется, там всегда шли бары. Разве? То есть, но если ты имеешь в виду, что пойдете ли, вы, скорее всего, в финале будете. Если мы самый популярный, например, ответим, скорее всего, вы в финал попадете, да. Скорее всего, вы в финал попадете. Короче, смотрите, нам надо просто какой-то ответ дать. Самый непопулярный, из-за чего могут развестись муж с женой? Да. Маленький хуй, это, наверное, самый популярный. Мало денег, блядь. Ваня, из-за чего бы ты развелся? Дети. Любовница, может быть. Залетела бы она, если... Не, либо если бы у нее хуй был большой, да, Вань? Это наоборот женится. Смотрите, маленький хуй любовница, но это, наверное, самый популярный. Это так. Из-за чего люди разводятся? Да, из-за чего люди разводятся? Почему развелись муж и жена? Блять, 6 вариантов. Охуеть. 6 вариантов. Ну, один из вариантов назвали ребята, да, я не знаю, есть он на экране или нет, это мы узнаем после. Это чат отвечал? Да, это отвечал чат. Я могу порофлить, но это будет слишком жестко. Ну, порофли. Если... Ватя, не обидишься? Нет. Из-за кинцухи. Рома красавчик. Может, ну, кстати, тогда Наташа была в «Сто где когда». Ой, «Сто где когда». «Сто где когда». Бля, я не знаю. Ну, ну и так. Мне, кстати, у вас полторы минуты. Она реально, она реально была. Но это не то, там было про сиськи что-то, блядь. А, да, но это уже старый пак, не подходит. Ну, типа, мне кажется, вряд ли бы ответил Генсуху. Если там кто-то изменил, типа, либо маленький хуй, вот так. У вас 70 секунд. Но это самое популярное. Если у вас будет заранее ответ, вы можете сказать, короче, муж и жена развелись. Почему? Почему? Мы можем в любом случае пикнуть хотя бы что-то, типа, и нам... Из-за... Не, ну вы не знаете, угадали ли ребята что-то, потому что мы одновременно будем ответы выводить. Как я понимаю. Из-за плохой погоды. Ну, то, что мы угадаем, нам же баллы пойдут. Давайте вот сегодня дождь, разводимся, милые. Даже если мы их не перебили, нам все равно пойдут, да? Все равно, да, каждый ответ стоит сколько-то денег. Вот это я имел в виду. Блять, ну... Можно пикнуть... Блять, а что да, еще? Пик это, пик это. Погоди, да не, давай что-то еще подумаем. Мало денег. У вас 30 секунд. Из-за гадалки. Гадалка? Да, какая? Да не. Бля, тогда ну, блядь. Гороскоп, нахуй, еще сразу. Да, вот, реально, бля, ну какая-то хуйня. Знак зодиака, блядь. Блядь, устали идею, нахуй. Мне Даша зодиака кидает часто. Блядь, я это хотел сказать, Вадь. Гороскоп тебе кидает? Да, знаков зодиака развести. Не, знаки зодиака кидают. Бля, может, реально гороскоп? Пиздец. Итак, 10 секунд. Это хороший вариант, Рома. 10 секунд. Ну, давайте гороскоп, хорошо, давай. Давай. Пиздец. Гороскоп. Соскоп, блядь, жопа. Городскоп. Окей. Я принимаю этот ответ. Время закончилось. Спасибо за принятие. Ну что же, у нас очень интересная сейчас будет ситуация на таблице. Давайте посмотрим, что ответила команда Кудрявых. Мне кажется, нашего варианта нет даже. Если это на табло. Что вы ответили? Я сейчас буду потихоньку открывать, и вы убедитесь, да. Есть, нет. Начнем с самого популярного. Начнем с самых популярных. Что вы ответили? Плохо готовят. Плохо готовят. Поехали. Самый популярный. Как вы думаете? Измена. Ну, это само собой, да, измена. Вы бы за нее получили 100 очков. На второй по популярности, как вы думаете, что? А что я говорил-то, блядь? Ну, это вообще изи. Это вообще изи. Прошло время. Маленький хуй. Это бывает из-за измен. Это бывает из-за измен. Бытовуха тут может быть, ну, кстати. Да, бытовуха, ссора, ссора, бытовуха. А, третий по популярности ответ, на самом деле, ну, он должен был тоже довольно популярным. А это уже умноженные варианты, да? А? Это уже умноженные варианты? Да, 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 да. А третий по популярности ответ — это остыли чувства, эмоции и так далее. Ну, блядь, походу нашего не будет, ребят. Да. Я тоже думаю, что нашего не будет. Четвертый по популярности ответ. Такое бывает, когда вроде на эмоциях сначала, а потом бам, и не сошлись характером. Тяжело друг с другом. Не сошлись характером. Ага. Четвертый по популярности ответ. Пятый. А вот теперь интересно. Пятый, шестой. Пятый вопрос. Точнее, пятый ответ. Это очень актуально в нынешнее время. Из-за денег. Из-за денег. И теперь, внимание, последний ответ. И кто-то уже, как вы понимаете, не отгадал, либо вы оба не отгадали, либо кто-то один из вас. Команда Кудрявых, вот если бы вы сказали то, что говорил Жожа, то, что Жожа прочитал из чата, ну неважно, это было одно сообщение от одного чела. Вот. Тем не менее, это было на самом деле самый непопулярный ответ. Никто не угадал. Шестое, ответ по рофлу. Блядь!
Токен-сян, спасибо. Бля, честно, вот все, что идет до шестого, все популярное, как мне кажется, по моему мнению. Вообще. Ну, популярное, но шестое, да, поров. Но вот, тем не менее, вот так вот. Подожди, а теперь объясни смысл нахуй этого ебаного раунда. Ты сказал искать самое непопулярное. Да, самое непопулярное. Хотя тут, блядь, измена, ссора, острые чувства. Да, я тоже не понимаю. Смотрите. Мы искали то, что, типа, ну, смотри, самое тупое. Смотри, есть, а допустим... А тут, есть предпоследний пистолет, из-за денег. Смотри, типа, как, ну... смотри, как выбирается. 500 человек опрашивается, да, и, например, 100 человек сказали измена, там, 50 сказали ссора, 30 так, сказали остыли чувства. Как, вот так собирается. Как ты же не сказал так? А мы как это опрашивается, Диман? Это ты там варианты уже готовые даешь, или они сами пишут именно вариант? Они сами пишут, конечно. Они сами пишут. Да. Вот. То есть это вот так люди отвечали. Я не могу. Не, если бы ты сказал, что, ребят, самое популярное будет, типа, первое, там, знаешь, типа, и потом ниже, то мы бы понимали, что, ага, нужно все равно говорить самые популярные. Это же самые популярные ответы. А ты говоришь, надо сказать самые непопулярные ответы. В чем логика? Они самые популярные из непопулярных, понял? То есть, Диман, если бы здесь было 10 вариантов, то тогда бы там было внизу, и, наверное, и готовят плохо и так далее. Диман, ты же понимаешь, что сегодня суд. Не, ну Вадя прав. Я подоработаю. Я поработаю, Вадь. Это самые непопулярные. Вадь, я согласен. Я считаю, что вообще... Это самые популярные варианты. Ты бы мог сказать, среди самых популярных, самые непопулярные. Согласен. Тогда бы мы понимали, что, типа, это вот... Я даже думаю, что по рофлу можно это проготовить. Что ты думаешь? Слушай, Дэнни, по рофлу это, в принципе, по рофлу это же проготовку тоже может в какой-то степени относиться. Просто... Да, хорошо. Диман, ты уже не отмажешься. Ребят, давайте ёбнем флешмоб, чисто уйдем от него на финал. Нет, не надо, так финал быстрый. Ну, собственно, что, у нас дырявый уходит в финал, кудрявых, в принципе, для кудрявых игра кончилась, вот. Спасибо большое. Ну да, все вот так вот быстро. Спасибо большое, что вы приняли участие. И кудрявы у нас идут... Я вам сейчас покажу свои новые кроссовки. Давай. А что там слышишь, Дима? Да. По количеству очков в сапке, по-моему, распределяется. Я правильно помню? Ебать, сейчас я буду думать, как вообще сделать. Я не помню уже, как я там распределял. 68 сабок, это много? 28 у нас. Нет, 28. Слушай, Роса, красивая, до суда красивая. Это немного. А так разве было? Да. Нет, подождите, по финалу, по количеству очков в финале, Верончик. Нет, если финал еще выиграет, если дырявый выиграет финал, они... Да, там еще выиграет. Вадь, а что это за бренд? Тоже. Это что за кросс? Что за бренд? Лакост или что это? Лакост. Ваня, Марки, если что, я помню какой-то финал. Это Off-White Air Force, это капусты. Это Off-White вообще? Это Лакосты какие-то, нет? Да, Лакосты. Там крокодил вон на пятке. Ваня, это что, это Off-White? Осуждаю крокодил. Блять, кстати, файт, прикольно. Не, ну выглядит хорошо, выглядит хорошо. Симпатичнее, чем Изики. Долбоёб, типа, как бы я хуёво не относился к Off-White, но мне пиздец они понравились. Бля, что там? Ну видишь, ну все, у тебя как бы твое... Блять, это нахуй пиздец. Пишут, что это форсы. Бля, завали его. Вадь, очень охуенный, брат. С Костей, который, блядь, все свои ебаные последние деньги тратит на шмотки, блядь. Это, блядь, вообще пиздец, Вадь. У него, нахуй, ни копейки нет, он сумки по 300 тысяч покупает. Это вообще все, нахуй, Вадь. Ну, блин, это же, это рэперы, они так делают, это норм. У тебя вообще все, Вадь, блядь, завать нахуй все, блядь. Она бизнес, у меня. Так, ну что, идем на финал. Так смотрите, давайте вы тоже в финале примите участие, и сколько очков наберете, по столько сабок. А финал быстро, Жож. Бля, все, Диман, иди нахуй. Мы все быстро, тут надо мутиться на какое-то время, типа. Бля, тогда только с вами финал, давайте, чтобы, да, не... Давай дырявый, но финал. Да, давай только дырявый, и все, и нормально. А кудрявые могут просто послушать. Давай, не ваш первый. Короче, кто, Ром, ты с кем будешь, с Марком? В смысле с Марком? Ну тут два чела должно быть, да, два чела должно быть. Ну, хотите, я много раз в финале играл, давайте Ванек с Ромой будет. У дырявых чел из миски питается. Давай, Ванек, да там чел просто, да, как это, как котик из мисочки. А, тут я думал, тут каждый отвечает. Не, давай лучше Марк ты, потому что Ванек там жрет. Могу я. Давай, Марк и Рома. А мы обсуждаем или что, в чем смысл, что мы двое? Я вам... Нет, вы и Блиц будете отвечать за 15 секунд. Я вам быстро задаю 5 вопросов, Рома, ты даешь в течение 20 секунд ответы, быстро меня накидываешь, да? На все? Да. 20 секунд, типа вообще нахуй, да, не нужен? Так я сказал, ты хочешь или нет, блядь? Блядь, Диман, да увеличь чуть-чуть количество баллов, которые надо набрать, и просто... Не, играй, Марк. Не, а тут... Смотри. Диман сказал, что ты типа хаваешь, поэтому... Да, просто ты хаваешь, Вань, ты же не... Хочешь, играй? Не-не-не, да. Играй. Окей,
Смотрите. Диман, а в чем проблема сделать, чтобы мы втроем отвечали? Там какое-то определенное количество баллов надо пройти, ну сделай побольше, типа, чтобы дело в том, что только могут отвечать. Ну ты хочешь просто, чтобы втроем, типа, были? А, ну можно тут втроем, давай. Два табла. Тогда мьютиться нужно. Да, тогда. А, я же, можете помочь. Два табла. Короче, два табла, блин. Давай, Марк, замьютиться тогда. Рома отвечает на свои вопросы. Да, Марк мьютиться. Рома мьютиться? Я мьютиться. Рома? Окей, Рома мьютится. Так. Замьютить просто от балды, просто что в голову приходит первое. Да, самое первое, самое популярное. Ваша задача набрать 200 очков, чтобы выиграть. Окей, давай. Да. Итак, давай. Марк, готов? Да. Так, отвечай, да, быстро. Да, давай, поехали. Самый популярный вкус мороженого? Сладкий. Какого врача больше всего боятся? Хирург. А где приятно попить пивка? В баре. Куда можно вложить деньги? Сука. Куда? В банк. Что понадобится тому, кто готовит борщ? Ой, бля. Мать. Два. Блядь. Что? Я, блядь, просто понял, что походит, то я говорю, блядь. Не, это так интересно, да, это нормально. Все, Ром. Я отвечаю то, что приходит в голову, блядь. Не, правильно, так и надо, так и надо. Правильно, так и надо. Как у тебя хирург появляется, когда есть стоматолог, блядь? Бля, хотел приготовить. Потому что хирург, мне нахуй стоматологи не страшны, блядь. Бля, хочу борщ сегодня приготовить, но боюсь, одного ингредиента не смогу найти. Я не знаю, я никогда не очковал стоматологом. Нельзя смеяться. Мне типа все время. Она просто на дачу уехала. Они яйца, блядь, сжимают. Посмеялся, нельзя смеяться. Так. Никто не смеялся. Рома, готов? Рома, давай. Короче, ты слышишь звук? Приложи это в трансляции, слышишь, Рома? Ты виноградник. Ром. Да. Рома. Рома. А он замечился. Он чилит, сидит. Он там играет, на что в обезьянок играет. Отчините его, пожалуйста. Рома. Он там что, уснул? Алло. Да, Ром, все. Рома, слышишь? Звук слышишь? Вот это. Меня мунули, блядь, туда-назад. У меня трансляции теперь нету. Сейчас. Рома речь на суд придумывает. О, все. Все, есть. Так, готов. Я слышу какой-то... Слышишь, да? Да. Короче, смотри, Дима тебе будет задавать вопросы. Если ты назовешь тот же ответ, как и назвал Марк, я тебе нажму кнопку, и ты должен быстро назвать другой ответ. Да. Понял? Не назовем. Да, а почему у Марка звучал? Че? А почему у Марка тогда этот звук звучал? Я просто два раза его слышал. Это просто типа начало, конец, да. Так, Ром, ты готов? Еще раз, вы задаете вопрос, я должен самый популярный ответ. Да. И при этом, если ты услышал звук, значит, Марк говорил то же самое, тебе нужно дать другой. Поехали. Ром, готов? Поехали. Самый популярный вкус мороженого? Ванильный. Какого врача больше всего боятся? Стоматолог. Повтор. Не-не-не, нормально. А, не, нормально. Где приятно попить пивка? Что? Где приятно попить пивка? В пальнике. Куда можно вложить деньги? Биткоин. Что понадобится тому, кто готовит борщ? Свекла. Хорош. Хорош! Я что-то бля, думал. Красава. Охуенный ответ. Кстати, Рома, нормально, Рома. Все? Да, все. Сейчас мы понимаете, тут прикол в том, что... Ну, типа, у Хантика самый популярный вкус мороженого сладкий. Бля, Вать, вот а что говоришь? Понадобится, чтобы сделать борщ? Это мама. Мать горит. Бля, ну вот нахуя? Вот вы же думаете, когда отвечаете. Я отвечаю то, что просто в голову приходит. Давай смотрим. Ну правильно, так и есть. Сначала как там? Сначала ответы Марка, давай. Да, самый популярный вкус мороженого сладкий. Будет. Такого нет варианта ответа. А вот у Рома... А у нас очки или нет? А сейчас все мороженое будут сладкие. А Рома? Кава. Подожди, а ну можно сразу. Давай сразу. А Рома, ебать, Ром, ты понял, какой сейчас жесткий? Ром, самый популярный ответ ты сказал. А сколько нам надо набрать? 200. 200. Дальше, какого врача больше всего боятся? Марк сказал... Хирург. Это пятый. Популярности ответ. Блядь, да что 13. Я вообще не знаю, не боюсь. А Рома ответил стоматолога. И Рома, это, как ты думаешь, первый. Какой это первый? Действительно, да, это первый. Потом был уролог, онколог, проктолог и чумной доктор. А дальше, где приятно попить пивка? Начал чумного доктора бояться. Где приятно попить пивка? Марк сказал... В доте. Бар. Ура! В баре. Это второй по популярности ответ. Хорош, 25. А Рома сказал в падике. Ну, во дворе в падике это самый последний по популярности ответ. Он тоже есть. А, есть, да, точно. Так. Так. Здесь так, самый популярный был дома, бар, в бане с друзьями на природе, во дворе в падике. Дальше. Вопрос, куда вложить деньги? Марк ответил в банк. Это пятый по популярности ответ, 13 баллов.
Рома ответил биткоин, она же криптовалюта. Такой вариант ответа есть. Это третий по популярности ответ. 18 очков. Бля, дальше были акции, недвижимость, бизнес, банк, в себя. Мать есть. И теперь, что понадобится тому, кто готовит борщ? Марк ответил мать. При всем уважении к мамам, но такого нет. Такого нет. Мамы нет. А вот Рома ответил самый популярный ответ. Марк, давай я тебе дам возможность еще, смотри, ответь про мороженое мне быстренько и ответь про борщ. Давай. Если ты дашь два варианта ответа, которые есть, я не наберу 200 фисташки очков. Фисташки и сметана, давай. Фисташки и сметана. Хороший шоколадный пикать. Хорошо. Фисташковая, смотрим. Блядь, шоколадная. Фисташковая одна из самых вкусных. Фисташка это четвертое. Мороженое со сметаной пробовал, пиздец. Фисташка это четвертый популярности ответ. Сметана это про борщ. Так, я тебе даю еще один шанс. Я тебе еще один шанс, Марк. Что понадобится тому, кто готовит борщ? Блядь, это ебло, что ли? Поварёшка, братан. Или кастрюля. Попробуй такую хуйню. Ну да, кастрюля, заебись. Кастрюля? Точно? Хуёчно, давай. Давай, хорошо, кастрюля. Или картошка. Да, картошка, наверное. Картошка, мясо, честно говоря. Блядь, да вы капусту скажите, блядь. Ну капуста. Капуста. Да ебать, я вообще... Да кастрюля тоже, и да похуй. Кастрюля тоже есть. Все, принимаем кастрюлю. Я вообще, блядь, не знаю, из чего он состоит. Мне похуй. Вообще, блядь. Кастрюля это второй. Ну ты чё? Второй? Да. Кастрюля. Чудо, бля, Рома, красава! Такой добрый, ебать, там ебать, вы победили! Вы сапки выиграли, ребят! Вы выиграли сапки! Ром, вам по 10 сапок! Клип. Это только сегодня такая хуйня! Вам по 10... Нет, я всегда, я вообще с этого момента очень добрый стал. По 10... С этого дня по 10 сабочек вам, ребята, летают. Диман, а ты же не знаешь наказание, да, еще сегодня? Ну, надеюсь, там ничего, это не жесткое. Не, ну не жестко. Чатик, 3000 сабок всего лишь. Чатик, хотите 10 сабок, тоже вам подарю сегодня. Так, все, ребят, на самом деле все, шоу кончилось. Спасибо, что пришли, блин, оперативно собрали, красиво. И так быстро кончилось. И так быстро, так да, что тянуть, сейчас в обезьян пойдем дрочить. Спасибо, Лерон, Жожа, Вадя, Марк, Строго и Рома, что поприсутствовали. Было классно. Да, все. Спасибо большое. Так, идем в Дискорд на секунду. Оп, все, я выхожу из трансы. Так, Марк, Строго, идем в обезьян? Прикинь мне, пожалуйста. Так, сейчас я уберу вебки ваши.